Само собой понятно, что оперативное совещание в правительстве республики в минувший понедельник началось с подведения итогов выборов. Председатель республиканского ЦИКа Илона Макаренко, разодетая в костюм Ирины Аллегровой в лучшие времена, доложила о том, как, значит, собственно, она провела эти выборы, рассказала нам о том, что в Башкирии было 3273 избирательных участка, и в выборах, по версии госпожи Макаренко, приняло участие аж 9 региональных отделений партии. Честно говоря, я сам 9 вспомнить не смог навскидку. Явка, по версии все той же Макаренко, изображавшей из себя Ирину Аллегрову, составила почти 52% из списка избирателей. То есть она полагает, что 1,5 миллиона жителей Башкирии пришли на избирательные участки 10 сентября. Конечно же, победила «Единая Россия». 69% голосов из числа тех, кто проголосовал на выборах, по мнению госпожи Макаренко, были отданы за «Единую Россию». То есть она утверждает, что 1 миллион человек в Башкирии поддержало «Единую Россию». Чуть меньше 12% набрало КПРФ, чуть меньше 8% ЛДПР, 7,35% набрала «Справедливая Россия» за правду, хотя и прочили грандиозный провал ниже 5%, и 3,4% набрали «Новые люди». Ну, казалось бы, «Новые люди» не прошли 5% барьер, и у них не будет представительства в башкирском парламенте, а нет. Почти в обстановке глубокой секретности, где-то далеко в Благовещенске, баллотировала Зульфия Гайсина от «Новых людей», и там она прошла. Интересно, почему в Благовещенске, почему не в любимой Уфе, где она столько много сделала доброго для дольщиков, например. Ну, в общем, Зульфия Гайсина прошла. Еще некоторое количество одномандатников, а именно 4, прошли как самовыдвиженцы, и среди них господин Бузыкаев тоже стал депутатом Государственного собрания Республики Башкортостан. В бесконечном списке «Единой России» прошел в госсобрании и Шамиль Валеев. Но все вот эти декоративные фигуры, Гайсина, Бузыкаев, Валеев, Монсон, все они прошли в госсобрание, но они на самом деле не самое главное, что случилось. Самая главная интрига – это первое, что Ирик Елалов даже формально не баллотировался в госсобрание и не будет теперь депутатом госсобрания, а значит, он теряет мандат представителя Республики Башкортостан в Совете Федерации. То есть в скором времени новое госсобрание проголосует за свою кандидатуру, кого они выдвигают вместо Ирика Елалова в Совет Федерации. Это фундаментальное изменение в политическом ландшафте республики. Кто заменит Елалова в Совете Федерации, пока непонятно, но есть 3 кандидатуры по мере убывания вероятности попадания в Совет Федерации. На первом месте Ильшат Таджидинов, который избрался в госсобрание и который как бы уходит из правительства. Ильшат Таджидинов проиграл аппаратную войну Андрею Назарову, потерял свой вес, свое влияние в правительстве, так и не набрал окончательного доверия Хабирова, и, в общем, его вот туда отправляют. Но пойдет ли он дальше в Совет Федерации, это интересный вопрос. Вообще, как бы собирался. Ну, на втором месте по вероятности ухода в Совет Федерации Константин Толкачев. Но это всего лишь теория заговора. И совсем уж смехотворная, но существующая версия, то, что в Совет Федерации отправится Азат Барданов. Хотя он в выборах не участвовал, но, как говорится, никогда не поздно что-нибудь там переписать. Соответственно, вот 3 кандидатуры. Я все-таки полагаю, что вероятнее всего в Совет Федерации отправится Таджидинов, потому что Толкачеву еще посидеть чуть-чуть, ну, так скажем, до конца 2024 года, когда утрясутся вопросы с выборами Путина, когда утрясутся вопросы с выборами на второй срок дорогого Радия Фаритовича, вот тогда Толкачеву можно будет спокойно и с доброй душой, как говорится, спокойным сердцем отправляться на пенсию. Вот такая вот главная интрига. А все эти Монсоны, Гайсины и Шамили Валеевы с Бузыкаевыми – это все фигня.
Далее госпожа Макаренко сообщила нам, что во время выборов в госсобрание не было зафиксировано ни одного нарушения. Ни одного. Это были стерильные, идеальные выборы. Все было по-настоящему и по-честному. Макаренко горячо благодарила дорогого Радия Фаритовича за неоценимую помощь в проведении этих выборов. А Хабиров в ответ торжественно заявил, что «Единая Россия» отважно и честно смотрит в глаза людям. 69% граждан, принявших участие в голосовании, это вам не кот начихал, это великое доверие. Ну, интересный вопрос, а вот политически за кого оставшиеся 2 миллиона избирателей, даже если предположить, что 1 миллион из этих избирателей в Башкирии действительно искренне проголосовал за «Единую Россию»? Это хороший вопрос. То есть 2/3 избирателей за «Единую Россию» не голосовали. Ну, как ни крути. Хабиров особенно поблагодарил в ответ Макаренко, отметив, цитирую, что «тяжелое родимое пятно недостоверности выборов мы убрали». Конец цитаты. Вот так вот цветисто выразился Хабиров. О каком родимом пятне проговорился буквально по Фрейду Ради Фаритович, до конца непонятно. Ну, возможно, вспомнилось ему, как горела типография, в которой печатали поддельные бюллетни. Может быть, навеяло дымком загадочного пожара в Нефтекамском ТИКе, когда чуть было не пересчитали, не вскрыли мешки с бюллетнями, но спасительный пожар все это дело покрыл и унес. Если приглядеться повнимательнее к дорогому Радию Фаритовичу, то он вообще-то этими родимыми пятнами недостоверности выборов покрыт с макушки до самых пяток. И смыть эти родимые пятна точно невозможно. Ну, кроме всего, конечно, Радий Фаритович, видимо, не в курсе, что родимые пятна – это штука абсолютно невыводимая. Они, как говорится, от рождения. Но Хабиров продолжал себя хвалить. Отметил, что даже Москва была очень довольна выборами, которые прошли в Башкирии тихо, гладко, незаметно, как он выразился, без художеств всяких, которых нам не надо. Но, безусловно, конечно, Макаренко и Хабиров на этих выборах не только решили свои кадровые вопросы, имею в виду перестановку министров, вычищение правительства от всякого шлака. Напомню, в госсобрание уходит министр по чрезвычайным ситуациям, министр образования, тот же самый Тажидинов и так далее, и так далее. Да? То есть вот несколько таких достаточно заметных фигур под благовидным предлогом отправляются в эту вот могилу госсобрания. Но самое главное, что сделал Хабиров и Макаренко на этих выборах, они репетировали выборы Путина. В марте выборы президента Российской Федерации. И Хабирову кровь из носа, во-первых, нужно их провести ровно так, как скажут из Москвы. А я предполагаю, что задание будет очень непростым. Нужно будет обеспечить 75% явки и 75% за Путина. Это вот мой прогноз. Напомню, сейчас даже по данным госпожи Макаренко, явка была 52%. Но задача будет более серьезная. На очередные 6 лет избрать Владимира Путина так, чтобы никто не усомнился в том, что абсолютное подавляющее большинство россиян и башкортостанцев в том числе, конечно же, за наше все проголосовало. Макаренко в очередной раз, как говорится, получив пас на свою территорию, поблагодарила Радия Хабирова за помощь, за там, участие, за все-все-все. Вообще женщина, она, конечно, отчаянная и очень мужественная. То есть она не подвела своего учителя и покровителя Хабирова, даже потерпев серьезные потери, например, на личном фронте. То есть по идеологическим причинам от нее отвернулись там родной муж и родные дети. По некоторым данным, сын госпожи Макаренко нынче пребывает в безобразно настроенной Грузии и показывает там всякие некрасивые флаги, выкладывает это все в интернете. Но Макаренко даже это не смутило. То есть вот она, ну, железный человек, то есть настолько быть верным Хабирову, что можно вот такие вещи претерпеть. Верой и правдой продолжает она служить своим хозяевам, как говорится, железная тетя, иначе и не скажешь. Таких вот тщательно как бы пестует и отбирает режим людей, у которых нет принципов, никаких иллюзий, совести, души и вообще многих других человеческих признаков, но зато которые могут исполнить любую поставленную перед ними задачу.
Подведя итоги выборов, Хабиров вернулся к любимой Советской площади, рассказал о том, что там прошел фестиваль классической музыки «Романтика осени», и на этот фестиваль приходило аж 20 тысяч человек. Хабиров в связи с этим велел министру культуры Шафиковой не стесняться приглашать в Уфу ведущих музыкантов. И эта площадка, имеется в виду Советская площадь, должна быть ведущей мировой музыкальной площадкой. Вот так тот пожелал Хабиров. Кроме всего прочего, что там теперь, значит, караул, вот этот монумент, кони, ежики, кураи, ружья, еще там будет, значит, мировая музыкальная площадка. Вот прикиньте, как здорово, да? Дальше перешли, как ни странно, к геологии. Во-первых, Хабиров сообщил нам, что в Уфе пройдет некий геологический чемпионат, и это особенно пикантно звучит на фоне того, что Республика Башкортостан на базе Башкирского государственного университета прекращает готовить специалистов-геологов. Вот такое у нас вот развитие образования, да? Закрывается кафедра геологии, но при этом в Башкирии пройдет какой-то там российский чемпионат геологов. А далее неожиданно слово предоставили ишимбайскому сквернослову Азамату Абдрахманову, который доложил, что контракт на геологоразведку Ирандыкского хребта расторгнут ввиду бесперспективности. Этот самый Ирандыкский хребет, который пролегает в Баймакском и Абзелиловском районах. И, по словам господина Абдрахманова, Южно-Неизгуловская площадь разрабатываться в геологическом смысле не будет. Запасы марганцевой руды признаны там бесперспективными. Более того, Хабиров добавил к этому докладу, что район хребта Ирандык станет теперь особо охраняемой зоной. И почему-то Ради Фаритович сказал, что нас наконец-то услышали в Москве, и это хорошо, в некоторые места не надо лезть от слова совсем. Вот так буквально сказал Хабиров. Ну, очевидно, что массовые волнения в Баймакском и Абзелиловском районах, связанные с попыткой разработки вот этих вот марганцевых руд на Ирандыкском хребте, конечно, впечатлили и Москву, и Хабирова, и теперь они не полезут туда от слова совсем. Далее последовал дежурный доклад о ситуации в республике в основных жизненно важных сферах. Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения, сообщил, что за неделю ковидом в Башкирии заболело только 39 человек, и 66 человек находятся на стационарном лечении. 94% выездов скорой помощи в воображении Айрата Рахматуллина происходят за 20 минут. То есть за 20 минут скорая помощь прилетает к больным по вызову. Ну, так, по крайней мере, сообщает Рахматуллин. И только один случай гриппа выявлен в Республике Башкортостан. Но угроза эпидемии гриппа, естественно, на нас надвигается. Ну, вообще, конечно, господин Рахматуллин живет в стране грез, но при этом он обеспечивает Радио Хабирову возможность продолжать вот этот вот особый режим по ковиду. Вот он у нас реально продолжается. И только с единственной целью, что можно блокировать любые акции недовольства, потому что вот в этот особый режим там нельзя собираться больше трех человек, ну, естественно, за исключением Советской площади, где собирается по 20 тысяч человек сразу. Ну, в общем, вот такая картинка. Ирина Голованова, как исполняющая обязанности министра ЖКХ, она все еще исполняющая обязанности, потому что господин Беляев все еще не получил утвержденный приговор. Так вот, она сообщила нам, что произошло 7 крупных аварий в области ЖКХ, то есть длительностью больше 8 часов, в Сибае, в Стерлитамаке и в Уфе. Масса многоквартирных домов была отключена от воды, газа и света. Ну, еще 32 аварии чуть меньше 8 часов. И я отмечаю, что количество этих аварий, а отопительный сезон еще не начался, уже начало неуклонно расти. Хабиров как бы так опять очень тревожно удостоверился у Морзаева, все ли готово к отопительному сезону. Морзаев очень убедительно, но молча утвердительно кивал. В этот раз у нас появился на арене цирка Клебанов Александр Владимирович, которого мы потеряли, которого 3 недели не было на оперативных совещаниях. Вот он появился. Он сообщил нам, что в республике случилось
70 ДТП за неделю, и мы в годовом исчислении превышаем прошлогодний показатель на 69. Пострадало 79 человек, и в годовом исчислении на 32 меньше, чем в прошлом году. На 14 человек в этом году пока погибло меньше людей в ДТП, и на прошлой неделе погибло 11 человек. Клебанов также отметил, что более 10 тысяч водителей было задержано нетрезвыми в этом году, и этот показатель существенно перекрывает прошлогодний. Хабиров, послушав Клебанова, который опять ничего не рассказывал про ремонт дорог, осторожно попенял ему о том, что его ведомство, имеется в виду Министерство транспорта и дорожного строительства, окончательно забило на республиканскую программу под названием «Фонящие дороги». И разбитые дороги по-прежнему фонят все так же и так же громко в аккаунтах Хабирова. А срок был вообще-то до 1 октября эту программу выполнить. Ну, Клебанов как-то нехотя так, он вообще мужчина такой вальяжный, обещал когда-нибудь все это дело объяснить Хабирову. Вообще, вот я удивляюсь, Клебанов какой-то загадочный человек. Он то ли бессмертный, то ли действительно у него какая-то крепкая-прикрепкая крыша, которую не может проломить даже сам Хабиров. А вот про покосившуюся зининскую развязку Хабиров почему-то Клебанова не спросил. Ну, зачем, собственно, как говорится, Хабирову зининская развязка, действительно. Он же вообще-то на вертолете летает. Ну, в общем, вот так тот как-то появился Клебанов, но не особенно заметно. Затем с обзором чрезвычайных ситуаций, которые, собственно, были обычными за минувшую неделю, выступил Фарид Гумеров. А мы знаем, что Фарид Гумеров избрался в депутаты Госсобрания, и, судя по всему, этот доклад стал для него прощальным докладом на оперативке в правительстве. Фарид Рифович, очевидно, успел устать за это время работать в правительстве, отдохнет в мягких креслах Госсобрания вместе с Айбулатом Хажиным, Эльшатом Тажидиновым, Шамилем Валеевым, все теми же Гайсинами, Монсонами и прочими Бузыкаевыми. Ну, собственно, отличный коллектив подобрался. Фарид Гумеров нам запомнится своим маниакальным увлечением реализации пожарных извещателей, которые, по его утверждениям, спасали тысячи людей, ну и освоением пожарного вертолета, что, конечно, было самым заметным явлением его карьеры. Доклад министра сельского хозяйства Ильшата Фазрахманова был традиционно тревожным. Он сообщил нам, что убрано уже 81% площадей посеянных зерновых, еле-еле набирают 3 миллиона, ну такой прогноз, тонн в этом году зерна, что на 2 миллиона меньше, чем в прошлом году, минус 40%, это, конечно, колоссальное падение. Сахарную свеклу копают, сахар вроде как будет. Суммарный урожай, напомню, ожидается около 3 миллионов. Прошелся господин Фазрахманов и по проблеме дистоплива. Как известно, основным поставщиком в сельское хозяйство дистоплива у нас является Башнефть. И, по словам министра сельского хозяйства, еще 53 тысячи тонн дизельного топлива необходимо аграриям Башкирии в сентябре, октябре и ноябре для успешной уборки. 400-450 тонн дистоплива в сутки нужно получать для того, чтобы эффективно работать. Реально сейчас отгружается только 50 тонн в сутки. Уже созданы какие-то экстренные списки и очереди. Стоимость дистоплива оптовая, такая со скидочкой, обращаю ваше внимание, составила 72 800 рублей за тонну. То есть в переводе в литры это где-то 56-58 рублей за литр. Фазрахманов утверждает, что все, что было у трейдеров, сейчас уже выкуплено. Но Башнефть обещает обеспечить республику дистопливом для успешной уборки. В общем, как-то так очень двойственно все это прозвучало. На весь сезон Фазрахманову необходимо 180 тысяч тонн дизельного топлива, что в нынешних ценах составляет аж 13 миллиардов рублей. И еще 4 миллиарда рублей ему нужно только на сентябрь, октябрь и ноябрь. Вот теперь давайте будем посчитать. 72 800 рублей за тонну дистоплива. При том, что цены на зерно сейчас рекордно низкие.
в портах отгрузки в Новороссийске, например, куда зерно еще нужно привезти, оптовая стоимость зерна составляет 14 500 рублей за тонну, а дистопливо стоит 72 800 рублей за тонну. То есть на каждую тонну зерна полагается только примерно 250-270 литров солярки. Это на все, это и на посевную, и на уборочную, и на транспортировку зерна, и на комбайны, на все-все-все. Вот тут арифметика не складывается. Ну, во-первых, очевидно, что в великой нефтяной державе что-то сломалось с нефтью. Ну, у нас стремительно дорожает стоимость топлива на внутреннем рынке настолько, что она рискует уже заблокировать фундаментальные отрасли народного хозяйства. А во-вторых, ну, вот такая стоимость на топливо ставит под сомнение вообще рентабельность зерноводства, например, да? То есть стоит ли вообще заниматься посевом и сбором, тем более в таких рискованных климатических условиях, как Башкирия, этого зерна, если оно едва-едва окупает стоимость топлива, которое будет затрачено на его посадку, сборку и транспортировку. То есть вот это вот странная ситуация, но мы ее констатируем. То есть вот гениальные действия российского руководства в области удержания российской экономики на плаву дают, похоже, свои очевидные и такие неоспоримые плоды. Потому что со многими вещами можно спорить, да, там закрылся Макдональдс, да и черт бы с ним, да, нету Кока-Колы, да и бог с ней. А вот когда стоимость топлива на внутреннем рынке практически обнуляет рентабельность определенных отраслей промышленности в стране, вот это уже, простите, результат действительно крупных, существенных, катастрофических ошибок в управлении экономикой. Но имеем то, что имеем. Далее на оперативном совещании случился главный доклад. Ну, я так называю тот доклад, который на каждой конкретной оперативке самый интересный и самый важный. И в этот раз этот доклад был о ходе реализации плана восстановления прав обманутых дольщиков в Республике Башкортостан. Собственно, на эту тему было категорически запрещено говорить до выборов. И сейчас вы поймете почему. Доклад делал новый исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры господин Сидоркин, которого я даже, честно говоря, не признал сначала. То есть настолько он там незаметен, неприметен и ни разу еще не выступал, что вот теперь был его бенефис. Господин Сидоркин сообщил нам, что по плану и по поручению Путина и согласно обещанию Хабирова в ближайшие 120 дней до конца 2023 года проблема обманутых дольщиков должна быть решена в Республике Башкортостан. А вот решена она или не решена, стало понятно из довольно путанного и достаточно хитро составленного доклада господина Сидоркина. Как он нам сообщил, на данный момент в реестре обманутых дольщиков, объектов проблемных, осталось 31 объект. И они, эти 31 объект, объединяют 2200 обманутых дольщиков на данный момент. Напомню, что 4-5 лет назад этих обманутых дольщиков было примерно 10 тысяч человек. Рекфонд обязуется достроить в этом году, то есть до конца 2023 года, 3 объекта. Это часть несколько домов в Миловском парке и так называемая строительная компания «Квартал» тоже будет достроена за счет Рекфонда. Выплаты Рекфонд обещает осуществить еще на 12 объектах. Итого получаем 15, а всего 31. Что с оставшимися 16 объектами? 2 объекта решено исключить из списка проблемных объектов. Ну, как будто бы от этого обманутые дольщики перестанут быть обманутыми. Не знаю, по какой причине их там исключают, но их просто выведут за скобки и уменьшат их количество. 11 объектов, а это Миловский парк, кварталы 389, это Башинвестдом. В общем, 11 объектов с обманутыми дольщиками ждут решения по выплатам. И это, как назвал Сидоркин, должна быть смена решений. То есть до этого им отказали в выплатах и хотели достраивать дома. Сейчас видят, что достроить не могут и выплатят им компенсации. Но ждут. Решения нет по 11 объектам. 3 объекта. По 3 объектам. А это ЖК «Московский», очень крупный объект, литр 4.
дом 4 на улице Свободы и объект в Буздяке на улице Заводская, 30. Вот по этим трем объектам решение вообще не принято федеральным фондом. Никакое. Ни о достраивании, ни о выплате компенсации. Вот. Вот такая ситуация. То есть по 16 объектам, а это там плюс-минус больше тысячи обманутых дольщиков, потому что, напомню, ЖК «Московский» — это гигантский объект госстроя, который вот как раз флагман в этом деле. Никакого решения нет. Осталось 120 дней. А маховик вот этой государственной машины крутится все медленнее. Денег нет. И вот этот рекфонд и федеральный фонд, они изо всех сил придумывают, как бы за это все не платить. А теперь про выплаты. С 2018 года действительно 105 объектов перестали быть проблемными. Это, безусловно, достижение. Из них достроили 64 дома. То есть физически достроили, люди получили квартиры. А что с остальными 41 домом? Ну, по ним произвели выплаты. И было на это потрачено ни много ни мало, а почти 9 миллиардов рублей. 3409 дольщиков получили денежные компенсации. При этом средняя компенсация составила 2 миллиона 600 тысяч рублей. Напомню, эту компенсацию выплатили из наших с вами карманов, не из карманов Бадиковых и прочих, увлеченных в недобросовестности застройщиков. А из наших с вами карманов, из наших налогов выплатили по 2 миллиона 600 вот этим вот несчастным. Что можно купить сейчас на 2 миллиона 600 тысяч рублей? 25-35 квадратных метров жилья, в зависимости, где оно находится. Вот такая вот арифметика. То есть я-то полагаю, что дольщиков повторно обманули. На самом деле. То есть, может быть, они рады и этому, да, то есть люди, годами мучившиеся в ситуации, когда их обманули, взяли с них деньги, а теперь, ничего в ответ не дали, теперь им хотя бы кинули вот эти 2600, напомню, из нашего кармана кинули. Но в итоге вообще кинули всех. Нас, как налогоплательщиков. Их, как людей, которые отдали деньги, на которые можно было купить квартиру, сейчас на эти деньги можно купить только комнату. И где вот, собственно, те, кто обманул? Вся эта бюрократия переварила эти безумные миллиарды. Я нисколько не сомневаюсь, что какая-то часть этих миллиардов осела по карманам чиновников. То есть они вот этот вот фонд, рекфонд, федеральный фонд, все это там крутилось, работало, машины красивые ездили, секретарши варили кофе. Застройщики, малая часть из них. Мы сейчас можем только двоих вспомнить, да, вот Миловский парк и Бадиков, да, присели они, там Бадиков, может быть, присядет, еще суда не было, а может и нет, кстати. И все, я утверждаю, что, конечно, второй раз кинули обманутых дольщиков. Впрочем, Сидоркин, министр строительства, верит в то, что инвесторы сейчас кинутся достраивать объекты, например, в Цветах Башкирии. Дома госстроя Бадикова они тоже достроят. И тот самый пресловутый дом смерти на Пархоменко тоже достроят эти инвесторы. Но мы все это уже слышали. Вот эти чудесные сказки о том, что вот сейчас придет Садовое кольцо и будет вам счастье. Но почему-то Садовое кольцо как пришло, так и ушло, счастье не наступило, никто ничего не достраивал. Хабиров мрачно отметил, что работы, конечно же, организованы должным образом, но нужно кого-то там еще дожать. Это вот он прокомментировал так доклад Сидоркина. Кого нужно дожать, Хабиров не уточнил. Все, кто мог, уже сел, остальные отбежали на безопасное расстояние, так что дожимать там точно некого. Судя по всему, план Хабирова по обманутым дольщикам провален. Никакая Зульфия Гайсина ничем ему не помогла, и он это тоже прекрасно понял. Шума было много, а вот толку было почти ноль. Обещание свое перед Путиным Хабиров очевидным образом не сдерживает. Но, во-первых, к Новому году вопрос выборов самого Путина будет стоять так остро, что я думаю, что Путин не припомнит вот этого упущения Хабирову, и ничего ему за это не будет. То есть один раз Путина будет разрешено обмануть. Во-вторых, я думаю, что Хабиров найдет какие-то более или менее благообразные отговорки. Посмотрим.
завершая оперативное совещание, Хабиров в своем послесловии все-таки попрощался довольно своеобразным образом с министрами и вице-премьерами, которые покидают правительство. Он попрощался конкретно персонально с Тажитдиновым и Хажиным, уходящим в госсобрание, попросил их завершить все вопросы с капитальным ремонтом школ. Что-то мне подсказывает, что ребята очень удачно соскочили с этой темы и вряд ли ответят за те проблемы, которые там, ну, безусловно, есть. Капитальный ремонт школ в Башкирии идет ни шатка, ни валка. Масса вопросов, масса недоделок, бесконечное откладывание сроков там на год и более и так далее. И вот и Тажитдинов, и Хажин спокойно, чистыми, сухими из воды выходят и отправляются, значит, в эту почетную ссылку в госсобрание. Прекрасно вообще. Впрочем, Хабирова это нисколько не смущает. Видимо, он как-то вот прощается с ними с облегчением, потому что Хажин действительно бестолковый, а Тажитдинов, ну, каким-то образом все-таки Хабирова задевал своим существованием. Ну, может быть, Хабиров не простил ему это троекратное предательство еще тогда при Рахимове. Далее Хабиров анонсировал фестиваль игрушек. Ну, конечно же, он пройдет на Советской площади. Но Радий Фаритович строго сказал, что фестиваль это вам не только для детей. Он во многом о том, как и чему современная игрушка должна учить детей и что в них воспитывать. Ну, прозвучало так многозначно и многозначительно, что сразу припомнились розовые полиэтиленовые автоматы Калашникова из моего детства. Хабиров велел всем, значит, собрать, нагнать детей из детских садов, из школ и так далее, то есть, чтобы, ну, фестиваль на Советской площади, он не может быть малолюдным. Обязательно, значит, должны быть дети, неважно, будет дождь или нет. И даже повелел все еще гуляющему на свободе министру Авзалову нагнать туда на всякий случай пенсионеров по линии вот этой программы «Башкирское долголетие». Видимо, Хабиров беспокоится, что дети на детский фестиваль не придут. Ну вот на этой мажорной ноте завершили оперативное совещание и, как говорится, устремились в счастливое будущее.